Ребята, всем привет, кто только подошел. И для тех, кто смотрит постоянно меня и видел предыдущее видео, продолжаем с вами, как и обещал, сегодня интересные посылки. И здесь очень прикольная вещь лежит, которая дошла ко мне за 20 дней. Ну, вы уже прочитали название, да? Вот, но кто еще не понял, это должна быть штука, с помощью которой можно играть, так сказать, подсоединять свой смартфон и играть в различные игры. Ну, сейчас вы все сами увидите. Я-то такую штуку еще в руках не держал. Вот так она выглядит. Вроде как обычный джойстик, да? Джойстик. Ух. Ну что, все симпатично, я вам скажу. Все симпатично. Ссылка будет под видео. Так. Это все, конечно, классно. Так. Это все, конечно, прикольно. А как что здесь подсоединять? А, вот так вот. Вот так вот ставится телефон. Так, а телефон сюда-то... Подождите. А, вот, все. Я-то подумал, уже телефон сюда этот ставится. Только iPhone, как всегда, 4-дюймовый или еще что-нибудь. Так, он, я так понял, у нас заряжается. Это хорошо, батарейки не нужны. Так, вот гнездо у нас. Здесь микро-USB, которое в комплекте идет. Вот. Да, микро-USB. Подкинуть, зарядить. Вставляете свой телефон. Мой телефон далеко, поэтому я вам не покажу. Опа, включился. А как я его включил? Понажимал и включил. Ребят, ну, с этим аппаратом нужно разобраться, конечно же. Вы понимаете, что... Сейчас я вам все не расскажу и покажу, как он работает. Вот такая вот инструкция у нас. Да, на китайском все понятно. О, здесь есть на английском. Вот, ну, в принципе, это все понятно должно быть. Телефон вставляете... Вот, и играйте. Через Bluetooth у нас соединяется это дело все. Вот. Так, здесь какие-то кнопки, настраивать что-то. Ну, вроде штука должна быть прикольная. Вот. Подсоединяете телефон, соединяете по Bluetooth и играйте свои игры любимые. Вот. Отдельно, конечно, сделаю видео. Gamepad. Made in China. Так, здесь у нас что? А, настроенный аккумулятор на 800 миллиампер. Вот. А и в принципе все. Так по сборке нормально. Кнопки нажимаются, все работает. И в отдельном видео вам сделаю тест-драйв. Погоняем с вами и постреляем кого-нибудь. Если, конечно, он соединится и будет работать. Все, ребят, на этом все видео. Ждем очередного видео. Подписываемся на канал, кто не подписан. Пока!